Проходить полосу препятствий, перетягивать канаты, даже играть в городки научили сегодня детей бойцы спецназа. Детский праздник для семей сотрудников провели в Федеральной службе исполнения наказаний. Юных гостей и их родителей принял у себя отряд специального назначения «Корсар». Сегодня база спецназа «Корсар» на один день превратилась в детский лагерь, в котором изучают бронетехнику, стреляют в импровизированном страйкбольном тире и соревнуются на полосе препятствий. По соседству – полевая кухня, а на плацу аниматоры устраивают конкурсы. Сегодня на базе отдела специального назначения состоялся прекрасный детский праздник. Он приурочен к Международному дню защиты детей. И у родителей, и у детей была прекрасная возможность провести вместе время. И некоторые детки смогли увидеть, где их родители проходят службу. Организовали праздник при поддержке Объединенной профсоюзной организации уголовно-исполнительной системы. С удовольствием сегодня приняли участие в таком красивом, радостном, светлом празднике детском. Погода шикарная. Мы стараемся каждому большому мероприятию подготовить, организовать праздники с подарками, с аниматорами. Всегда у нас это проходит на постоянной основе. В ходе праздника бойцы спецназа провели сразу несколько различных конкурсов для ребят. Соревновались в силе, ловкости, скорости и меткости. Самых-самых в результате наградили грамотами и прочими призами. Дмитрий Антипов, новости ОТС.